Кандидат в премьеры от партии «Согласие» мэр Риги Ушаков считает, что президент должен доверить формирование правительства им, как победителям выборов. Наша позиция остается неизменной, что президент в демократическом обществе должен доверить формирование кабинета министров представителю той партии, которая получила больше голосов, чем, соответственно, партии другие. И в этой ситуации мы ждем, в первую очередь, действия со стороны президента. Какая будет в результате коалиция, ну, я, конечно, вам сейчас на этот вопрос ответить точно не смогу.